Хейл, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Путанная башня. Итак, мы с вами закончили на том, что... Так, подождите. Морской змей, превращенный волшебным в камень. Как скажешь, что случилось с этой головой? Отрубили. Все тот же волшебник. Так, ладно, нам нужно перейти в теплицу. Там в теплице был мужик. Он стоит. Hanging baskets. Висящая корзина, они так высоко висят. You, maybe. Это для тебя. Ты все на 5 сантиметров выше меня. 5 сантиметров хватает. Tools. Инструменты. Их используют в садовник. Для ухода за растениями. Bags of soil. Мешки с землей. So она такая blue. Голубая. Is that fruit? Too shiny. I'm gonna say no. This one's in a little pot. Это вас так растет. В горшке. Okay, that is definitely так это точно несъедобный. Like похоже на самоцвет, тебе не кажется? Фрукт в горшке. Фрукт в горшке с твердой... Так. С твердой. Похоже на самоцвет, кажущийся почва. В горшке имеет необычный синий цвет. Так. Слишком роскошный пол для теплицы. Гримор, Салли, не двигайся. За нами наблюдают. Ага, я вижу его. Он слишком большой, чтобы прятаться в кустах. Ну и что-нибудь начнет говорить? Или так и будем стоять и пялиться друг на друга? Верно, извини. Извините. Так-то лучше. Я Салли. А парень, спрятавшись за мной, спиной, детектив Гримор. Вы кто? Фитцфеллоу. Садовник. А почему вы такой высокий? Я не знаю. Вы здесь работаете? Садовником? Мне за это не платят. Мне просто это интересно. Что с этими растениями не так? Они все какие-то странные. Right. А, как же? Видите озеро? Это огромное зеленое фиолетовое озеро, окружающее дом со всех сторон. Ага, я его заметил. Это цвет всего лишь побочный эффект. А чего? Яда? Но не ядовита. Вы нет. Не отравить. При чем здесь растение? Вода управляет всеми формами жизни, как и на всей планете. Образуется облако, капает дождь, вода позволяет растениям расти, животные едят растения. Все, что вы считаете нарушение нормы, является лишь результатом того гидролического цикла. Может повторить только пару человек, как это будет разговаривать с глупым человеком? Вода из вашего озера вызывает непредвидимые изменения ДНК иногда. Изменения. Типа мутации? Да, как это ее формулировка называет. Для нас это норма, просто природное явление. А вы местный эксперт по этой теме? Нет. Я всего лишь садовник. Окей. Я был в теплице. Поливал, полол. Звучит потрясающе. С вами кто-нибудь был? Сначала нет, немного позже пришла Пенелопа. Мне кажется, ей нравится смотреть на цветы. Вы с ней разговаривали? Немного, совсем немного. Мы оба ушли из теплицы после полудня. Я поднялся в свою комнату, затем я нашел на улицу, чтобы пополоть основные сады. Никогда не видел. Затем я зашел в сад моего окна. И... Давайте угадаем. Поливали и поливали. Right. А как же? С вами что-нибудь произошло вчера, Фитц? Так, ладно, показания. Я был в саду, по крыше было тихо. А потом уже не было. Я не могу это описать. Возможно, это был крик. Но не был похож на человеческий. Мы подумали, что звук донесся из башни Флора, поэтому мы пошли туда. Мы? Со мной был Папи. Разве не упоминал об этом? Дверь в комнате Флора была заперта. Это нормально. Она всегда запирается изнутри. Я постучался в дверь и крикнул, никто не ответил. Это вызвало у нас беспокойствие. Вы вышибли дверь? Да. Мы с Папи зашли внутрь, там была Фрея. Она лежала на спине.
Флора тоже была там, но я ее сначала не заметил. Поппи сбежала из комнаты вместе с ней, внутри ее отец и Фифи. Вскоре пришла Пенелопа за ней, Феликс. Я подумал, как странно, они никогда не появлялись нигде вместе. Феликс начал распоряжаться, и я больше ничем не мог помочь. Я хотел вернуться в свою комнату, но тут я понял, что никто не рассказывал об этом детективе Хокшу. И я нашел ее распоряжающего туда-сюда по каменной площади. Когда я прошел к ней, она набросилась на меня. Думаю, она разозлилась на то, что ее заставили ждать на улице так долго. Но когда я сказал ей, что случилось с Фрея, она замолчала. Окей. Что вот это значит заперто? А дверь в комнате Фрица открыта. Она в башне Фелло. Должно быть интересно. Спроси сейчас. Комната Фитца. А давайте хотя мы сюда потом сходим. У нас все-таки расследования идут так, в таком темпе, типа туда-сюда. Так, это что за план? Чертеж? Вообще-то я не имею ни малейшего представления о том, что здесь нарисовано. Напомните периодическую таблицу. Графическая буква... буквы, да? Greek letters, I think. Kind of reminds me of a periodic table. Ага. Ну, ты запомнить это надо. What do you make of it? Что скажешь? Not a whole lot. Немного. Так, надеюсь, она должна записаться хотя бы где-то. Так, музыкальная комната, холл. Ну, давайте, если мы уже сюда зашли, хотя тут... Куда-то еще потом будет проход. Ладно, давайте сюда, в компьютерный класс. Или что это? Компьютер? Телек? Библиотека. Книги о древней истории, кажется. Это книги сами древней истории. Кажется, они рассыпаются из-за всяк... если их взять в руки. Красная отмазка. Спасибо. Книги о географии. Пропускаем. Книги о насекомых. Ну, теоретически. На этой полке нет ни одной книги. Книги о космосе. Ими, кажется, мало пользуются. Как скажешь, почему они не просто построили научную лабораторию в углу библиотеки? Поиск новых знаний. Хранилище существующих знаний. Прямо поэзия какая-то получается. Это снежный шар? Типа того. Давай. It's musty in here. Затхлый здесь запах. What exactly does that что вообще mean? Это значит? What is что must? Такое затхлость? Must. Затхлость. You ask such зачем stupid задавать questions? Глупые вопросы? Nice. Понятно. It's an illustrated book. Иллюстрированная книга о птицах. Она лежала открытой, like кажется, ее кто-то читал. Или ее оставили открытой, чтобы мы ее нашли. Ever so slightly unnerving? Это слегка пугает. Книга с птицами. Чернильник. На удивление, умная птица, живущая очень долго. По сравнению с другими птицами мистидами. А другие птицы часто агрессивны по отношению к чернильникам. А поэтому большую часть жизни им приводят... Так, они проводят в одиночестве. Чернильник отличает особенностью питания. И обычно ест только семена растения. А тантум амика. Латинского. Смотрите рисунок. Ага, типа книга это девка, которая с перьями, да, была на голове? Books about birds. Книга о птицах. Полки примерно наполовину пустые. Так, ты из тех, кто верит, что полки наполовину пустые, да? You knew this already. Ты так, так, ты так уже это знал. Books about книги о природе. Sure. Как скажешь. The search is downright poetic. Ну, давайте еще валяющая книга на полу. Основа энтомологии.
I guess somebody dropped it. Её кто-то выронил. Books about geography. Of sorts. Да, давайте посмотрим. Hey, look at that. Посмотри. It's a model of Tangle Tower. Это модель башни, вот озеро и те странные горы. What are you thinking? Что скажешь? That would make an amazing souvenir. А мог бы быть прекрасный сувенир. I'm not sure. А что это бутылка? А, не знаю. Soil samples. Образцы почвы. A chalkboard. Доска. Is this a library? Это библиотека или аудитория? Curious. Любопытно. Я ожидал, что он увидит бактерии, разрастается в таких условиях. Простите, учитывая все параметры окружающей среды, должно быть, есть что-то еще, что я пропустила. Можно с вами поговорить? Извините. Она знает, что мы здесь. Ей просто наплевать. Я детектив, и мне надо поговорить с... Поправка. Вам не надо со мной говорить. А почему нет? Потому что я не подозреваема. Я совершенно не виновна в каких-либо преступлениях. Молодцы, конечно, нарисовано. Спасибо, что сообщили. Кстати, вы находитесь в путанной башне уже более 23 минут. Наверняка уже выставили убедительную гипотезу. Гипотезу об убийстве? Ага, давай, гримуар, выкладывай. Приношу свои извинения. К сожалению, согласно протоколу, мне полагается как минимум встретиться со всеми подозреваемыми. И вы выходите в их число. Так что, скажите, как вас зовут? Фифи Фелло, микроболк, изобретатель, новатор. Говорите яснее. Никто не может обращаться собственную идентичность в одном предложении, не нанеся себе значительного ущерба. Это точно. Значит так, во-первых, вы семья Фелло, значит, вы дочь. Правильно. Моими родителями являются Флора и Феликс. Но нет никакой необходимости их подпрашивать, так как вы лишь потратите драгоценное время зря, никто из них не способен на убийство. Спасибо за подсказку. Фифи, вы сказали, что работаете микро... Кем вы работаете? Я микробиолог. Но это ярлык незначителен. Мои исследования нельзя характеризовать ни одним признанием в сфере знаний. А почему вы решили стать учёной? I harbor an intrinsic fascination with the microscopic. I constructed my first one at 8 years old. Я построил свой первый 10 лет. Посвятила свою жизнь. Constructed. Построила микроскоп, правильно? А что это у вас на голове? Это... Мое зрение стало ухудшаться, когда мне использовало 12 лет. Прописано мне очки, меня не удовлетворяет, и я приобретила эти линзы по своему подобию. Оно автоматически настраивает в зависимости от окружающей среды. Оно светит горизонтом? Нет. Это было бы смешно. Что вы имеете сказать мне об убийстве? Что вы можете сказать мне о... Минуточку. Это я должен вас это спрашивать. Да, однако, вы слишком медлительны. Ты же считаешь себя детективом, а, Фифи? Мне просто нужно знать, что случилось. Мне тоже. Так что выкладывайте. Хорошо. Я заранее знала, что Фрея будет заняться своей картиной, поэтому я запланировал провести день с Поппи. Я все утро была в библиотеке, давала оборудование для эксперимента. Оказалось, что у Поппи были другие планы, и она фактически собиралась меня полностью проигнорировать. О, так чем вы занимались вместе это? Закрылась в своей комнате и поплакала. Ой, мне очень жаль. Почему? Я не знаю, просто звучит грустно. В этом нет ничего необычного. О, ладно. А язык пипец сохнет. Давай показания. Я была у себя в комнате. Свет был выключен, и дверь заперта. Кто-то начал барабкаться в двери, я проигнорировала, пока этот кто-то не начал кричать. Я открыл дверь, в комнату вошла Поппи. У нее макияж весь размазался. Она сказала мне, что Фрея мертва. Я ей не поверила. Поппи, слушай, а ты странная. А хотя, подожди, просто макияж был размазан. Я думала, что она меня разыгрывает, поэтому я ударила ее в лицо.
Она настояла на том, чтобы мы поднялись в башню Флоры. Мы вошли в комнату, снаружи стоял отец Поппи. Он нас последовал за нами наверх. Когда я увидела лежащую на полу Фрею, я была совершенно Затем я взяла образец красной краски на законченной карте, мы с Поппи принесли образец вниз в библиотеку. Мы проверили тест и обнаружили, что это была кровь. Вы незамедлительно провели научный анализ? Несмотря на то, что вы были наверху, конечно. Какое отношение это имело к тесту? Окей. Дверь в комнату Фифи должна быть сейчас открыта. Умираю от любопытства, боже. Доска. Давай смотреть. Оу, щит. I'm sorry. Математические уравнения. Don't look at them for too long. Не смотри на них слишком долго. You'll give yourself a headache. У тебя голова заболит. Это знак был? Don't look. You'll give yourself a headache. Don't look. Give yourself a headache. Вот это, мне кажется, должно знать. Знаешь, что это значит? Понятия не имею. Два. Чего? Ладно. Что-что? Что он сказал? Не думаю, что я из этого что-нибудь узнал. Ладно, давайте сразу комнаты их изучим, да, наверное. Комната Фитца. Ого! Что? Огромное пустое пространство. Маленькая самодельная открытка. На лицевой стороне нарисовано сердечко. А внутри написано «Фитцу от Пипи». Бедное растение. Она же вроде здоровая. Здоровая, но грустная. Уверен, она хочет на свежий воздух. Там за окном кто-то есть. За окном что-то есть. Наверное, это просто камень. Уверена? Пустой бокал и пустая тарелка. Смотри на это. И хочет плакать. Почему? Я не знаю. Выглядит твердым. Привет. Не очень хорошо спрятано, да? Так, а это и не нужно. Закрыто. Заперто. Но ведет наружу. Я думал, мы уже поднялись в башню. Это так. А что это возле ручки? Так, сдвинь крышку, чтобы открыть, затем подвинь плиту правильной ячейки. Чего? Ничего. Все еще закрыто. На каждой плитке один и тот же символ солнца. Это символ Луны в ячейках. Они как-то связаны? Возможно, они связаны, но при этом и не связаны. Возможно, здесь нет нужной нам информации. Тогда где она? Где-то в другом месте. Окей. Давай смотреть. Это кодовый замок. Вроде того. Помяните местами отрывки бумаги, чтобы узнать кодовую комбинацию для замка. На коробке. Капля. Стоп. Нет, тут не все разные. Подожди. Ну, по-любому, во что-то должно сложиться, так ведь?
Я скоро вернусь. Hello. Doesn't need to be. Понимаете, в чем проблема? Я могу сделать изображение, да, допустим, первого, которое нам нужно, допустим, вот этого. Ну, типа, и что он мне даст? Nothing. Ничего. Может, если перебрать бумагу, то найдем улику. А смысл, если цвет здесь... Я просто не знаю, в каком порядке это делается. Что из этого первое? Пускай окей, первое будет то, что сверху. Здесь где-то нету ничего такого. Тогда все понятно. Тогда все. Вопрос исчерпан. Вопрос просто исчерпан. Так, ну понятно, что такой листик острый. Подожди, такой острый, вот он есть. Так. И каплевидный, да, типа? Такой. Все еще закрыто. Мне кажется, линии нарисованы на бумаге соответствуют фигурке, да, когда он в замке. Ну вот. Мне получилось. Что я выиграла? Неплохо. Что внутри? Да, что-то завернуто в материю. Подожди. Зловеще как-то. Так. Разукрашенный совок. Металлический садовой совок. Украшенный узором. На нем выгравирован узор, а по обе стороны сердечко. Инициалы ППФФ. Окей. Добро. Так, там нам как раз труба, походу, пригодится. Давайте тогда в научную комнату сходим. Комната Фифи. Не, давайте, наверное, еще Фифи потом сходим. Я думаю, они все равно в свои комнаты не вернутся. Комната Фрея. Здесь тоже никого. Ладно, давайте смотреть в комнате Фрея, что там есть. Хотя. Ладно, плевать. Исследуем комнаты. Brushes, кисточки, pencil, карандаши. Все чисто, но кажется, ими часто пользовались. Подушка с узором из отпечатков лап. Это 12... Так, диванная подушка. Да, но какая разница? Маленькая стеклянная шкатулка. Мне кажется, это виварий. Прости, что? А видишь, внутри веточки и листочки. Возможно, там держат насекомых. Я бы такую лампу не стал вешать в свою спальню, но... Так, ну... Да ладно. Она прикольная, похоже на старое горнодобывающее оборудование или что-то типа того. Растения Фреи. Должно быть, им не нужен солнечный свет. Думаешь, эта комната всегда была спальней? Ну, не знаю, странное расположение. И окон нет. That's no natural light here at all. I like it. Мне нравится. It's Freya's bed. Кровать Фрей. A little bit messy. Немного неприятная. It's a perfectly healthy, совершенно нормальный уровень неприятности. Do you think this was always supposed to be a bed? I don't know. No windows either.
Медвежонок Фрея выглядит подавленным. Ему нелегко пришлось в последнее время. Это рыба, да? Мне кажется, большой похоже на кита. Ладно, пусть будет кит. Или акула. Краски. Краски. Фрея's plants. Растения Фрея. They must not need some drawings. Рисунки. Taped up on the wall. Так, развешаны на стене. What's that one on что нарисовано на том слева? Кажется, два человека, стоящих в саду. Один из них держит в руке красную розу. Рисунки Фрея. Рисунки, на котором изображены мужчина с женщиной в саду. Он держит в руке красную розу. Рисунок, на котором изображена Фифи. Рисунок, на котором изображен детектив Хокэшоу, блин. Это детектив. Ну, понятно, что они друг друга типа любят. Это картина. Это нечто. Зачем вешать такое прямо на кровати? Может, Фрей нравится атмосфера, которая от нее веет? Атмосфера хаоса и угнетения? Подожди-ка. Возле двери стоит какая-то... Так, такая же, но поменьше. Что именно? Это фотография? Фотография картины. Небольшая фотография абсолютной картины Фрей. На нее прикреплены кусочек изоленты. По краям так, черными чернилами нарисованы линии. Скорее всего, цвет, да. Нужный желтый мне цвет. Розовый, красный. Хорошо, допустим. Деревянная коробка с кисточками для рисования. Для стороннего наблюдения посмотреть. Это не настоящие кисточки. Похоже, они являются частью своего рода замыкающим механизмом. Разместите кисточки в правильном порядке. Так, разложи бумагу, чтобы найти подсказку. Оранжевого нету. Или это есть оранжевый? Или это оранжевый? Не понимаю. А, палочка оранжевая. Высота неизвестная. Не шарю. Третья. Типа без цвета, я понял. Тут по-любому оранжевый. Зеленый. Короче, это нижний этаж, я понял. Здесь зеленый. Тут синий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Всего шесть. Первых что-то высокое. Раз, два, три. Раз, два, три. Или вот три. Но зеленый до туда не достанет. Так, оранжевый, тут синий. Nothing. Did you find a hint? It looks like a ripped up jigsaw. Я вот это не понимаю.
Типа, я рисунок сделал правильным. А размеры, вот это вопросики, это к чему? Да. Непонятно. Непонятки, непонятки. Зеленый-синий. Второй зеленый. Но он выше не делается, понимаете? Возможно... Нет, там обязательно, видите, должен быть... Желтый. Ничего. Фиолетовый. Без разницы. Здесь посередине третий должен быть с вот этим. Чук-чук-чук. Или третий, это имеется в виду вот это. Ну, снова же повторяю, цвет же не достает. А может, это другая есть комбинация? Ну, конечно, я сомневаюсь. А я, скорее всего, сомневаюсь. Да, навряд ли. Тут еще есть комбинации. Что вот это? Не понимаю. Хотя, может, вверх ногами? Ой, это, блин, надо как-то так сесть. Ой, блядик, удобно. И подумать. В принципе, смотрите, 4. Почему-то только 4. Да нет, блин. Здесь по-любому оранжевый. Синий. Такая кисточка. Синий цвет. Зеленый цвет. Вот он, зеленый. Фиолетовый. Why no? Why? Окей, давай так. Still locked. So, there's a couple of brushes with each characteristic, but only one perfect solution. Так, есть пару кисточек, но всеми особенностями, со всеми особенностями, но только одна идеально подходит. Ну, идеально подходит... Вот это, что ли, идеально подошла? Вот это? Минуточку. Вот это берется размер? Или нет? So, there's a couple of brushes with each characteristic, but only one perfect solution. Скорее всего, это не высота, это цвет. Я понял, короче говоря. Так, так. Окей, пускай такой будет. Либо это, вот, либо та, либо это. Тут без разницы. Я понял, это просто характеристики. Это короткая, короткая, это высота. Оранжевая, короткая. Три размера, высокая. Синяя по-любому. Синяя по-любому. Цвет не указан. Вот. Still locked. So, there's a couple of brushes with... А, не, подожди. Вот это... Ну, тут короткая изображена. Здесь показано, что короткая. Фиолетовая. Такая. Пятая, ну, такая квадратная. Ну, так. У меня получилось. Что я выиграла? Неплохо. А что было в коробке? Фотографию. Well, ну, большая часть фотографии. Пробная фотография. Фотография двух девочек. У одной красные волосы, у другой зеленые. От фотографии оторван большой кусок. Там еще одна девка с розовой одежкой.
Окей, возьмем к сведению. Ладно, давайте, короче, я думаю, мы с вами на этом закончим. В следующей серии мы с вами продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.